В группе я нашла очень много интересных друзей, новых знакомых. Мы общаемся не только на встречах, но и вне встреч. Их жизненный опыт помогает мне двигаться в этой жизни вперед, а мой жизненный опыт поддерживает их, как я думаю, и дает положительный потенциал для нашего дальнейшего общения. Участие в программе позволяет мне вести активный образ жизни, потому что мы с девчонками очень весело общаемся, активно проводим досуги, ходим в кафе, ходим в кино, на концерты. И очень вообще нам весело здесь. Мне очень нравятся мастер-классы, которые проводятся у нас на встречах. Это не только отвлекает от всех повседневных проблем, но и развивает мелкую нашу моторику, которая нам полезна. Развивает общение. Мы здесь изготавливаем и корзиночки, и украшаем вещи. Когда мы общаемся с больными женщинами, и после встречи они нас благодарят, нам это как бальзам на душу. Можно сказать, что у нас идет взаимообмен. Они нам тоже желают добра, они нам тоже желают выздоровления, и для нас это очень много значит. Поэтому мы, наверное, лечим друг друга в этом плане психологическом. У нас периодически проходят обучающие семинары в Москве, в других городах, в Орле. И очень приятно, что в этом году нам предоставилась такая возможность выездного семинара в Израиле. Конечно, информации мы получили очень много. Мы просто воочию увидели, как процветает волонтерство в Израиле и как много нам надо еще работать, чтобы достичь такого уровня, какое имеет волонтерство в Израиле. В группе я нашла очень много новых друзей, у которых большой жизненный опыт. Нам есть о чем поговорить, нам есть чем друг с другом поделиться. Наши интересы выходят и за рамки вот того, что мы участвуем в группе. Мы ходим и на концерты, мы ходим и на вот ходили на акваэробику, мы ездим и на экскурсии очень интересные. В общем-то, нам есть о чем поговорить. Мне нравятся мастер-классы, которые у нас проходят. Приглашают людей, которые нам показывают, как, допустим, вот что-то делать своими руками. Это либо вот мы делали корзиночки из лент, очень красиво получилось у нас, нам всем самим очень понравилось. Украшали футболки, на футболках мы делали рисунки, получились очень красивые футболки. Также делали мы еще платочки. В первую очередь я хочу вообще поблагодарить всех создателей этого направления, потому что это огромная поддержка для всех женщин, которые попали в такую ситуацию. И что касается меня лично, то я здесь нашла для себя очень много друзей, и с таким диагнозом можно прожить очень много лет, причем припеваючи даже. И женщины чувствуют себя полноценными и любимыми. И также продолжают вести образ жизни, привычный им до диагноза. Вот. И как бы для меня это является огромным примером, и я стараюсь подражать им. И потом, значит, что еще хочу сказать, для чего посещаю данную группу? Очень много друзей, именно таких друзей, которые тебя понимают, с которыми можно посоветоваться, поделиться наболевшим касаемо данной темы узкой нашей. И с другими людьми, которые тебя не понимают, даже в семье иногда, это бывает сделать очень трудно. Здесь у нас сплотившийся такой коллектив, который нам помогает решить какие-то проблемы личностного характера, и медицинские обсуждения проходят. Для чего, значит, еще посещаю группу? Очень нравятся различные мастер-классы по рукоделию. Помогают снять стресс, помогают найти себя, новые какие-то ощущения для себя открыть. На наших встречах бывают тренинги с онкопсихологом, который старается войти в наше положение и как-то нам помочь. Очень нравятся поездки, которые мы делаем в неформальной обстановке, выезды на природу,
гуляем, отдыхаем, посещаем интересные места, театры, концерты бывают. Все это бывает благодаря, опять же, организации наших спонсоров, ну и благодаря тому, что мы сами сплотились и создаем себе такую прекрасную обстановку. Я хожу в группу «Женское здоровье» по нескольким причинам. Но первое, я вижу здесь женщин, которые прошли через все то, что и я, но они живут очень долгие годы полноценной жизнью. И это дает и мне надежду, что у меня все будет хорошо. Кроме того, здесь я встретилась с новыми людьми, у меня появились новые знакомые, это расширило мой кругозор. Мне очень нравится делиться своим опытом с теми, кто еще проходит лечение, и, может быть, давать им какую-то интересную и полезную информацию. Кроме того, я очень благодарна группе, что мы можем ходить на лечебную физкультуру вместе с тренером. У нас очень хороший тренер, и мы все знаем, что это для нас полезно, так как это одна из форм профилактики рецидива. В будущем планируется мастер-класс по йоге, и я, например, жду этого очень с большим нетерпением. Ну и кроме того, мне очень нравятся наши тренинги с психологами.